Всем привет! Это гайд по созданию своего текстурпака, который вы меня просили сделать. Чтобы его изменить, нужно вам APK-эдитор и APK-эдитор Pro. В APK-эдиторе вам нужно взять вот эти файлы, а в APK-эдиторе Pro уже заменять их. А вот где его менять, это уже ваш выбор. Вот это. Ставим обязательно галочку. Убираем. Теперь ищем точно такое же фото. Это делается для того, чтобы размер был подходящим и все было нормально. Потому что может вылезти там что-то. В этом проблема. То есть, типа, если будет размер на меньше либо больше, то там будет где-то ничего, вообще будет пусто, ничего показываться не будет, но как бы это работать будет, потому что только текстурки. Короче, там будет все вылезать, если будет не по размеру, поэтому так мы и делаем. Вот. А убирали мы то, потому что тут... Потому что если... Когда мы будем стирать, то у нас, то мы можем не заметить, типа, что белое, что серое. Можно сзади просто цвет поставить другой, и все можно увидеть. Вот так вот. Ставим все в центр, и левее. Сейчас покажу. Допустим, мы заменим вот этот сундук. Для начала мы его стерем. Короче, ну вы поняли. Самое сложное это не задеть другие, когда будет край стирать. Я еще кое-что забыл. Мы же типа стерли. Нам же надо было вставить еще что-то. Ну ладно, сейчас мы что-нибудь вставим. Это у нас другое. Я это не буду использовать. Я возьму просто какую-нибудь свою. Вот это. Ой. Вот это поставлю сюда. Так. Закреплю. Вот. Типа вот место сундука. Обязательно делаем фон такой. Убираем текст. Ну и загружаем. Ну вы поняли, я это сейчас делать не буду. Сейчас покажу, как вставлять это. Хотя не, стоп. Я еще забыл про кое-что еще. Нам надо взять повыше, потому что это в нормальном качестве будет. Вот. Вот сейчас это все провернули. Вот. И тут в чем я, собственно, сложность. Сложность в том, что вы типа можете заменить, да. Но не, во-первых, впритык, что очень сложно делать. И еще у вас возникнет проблема с вторым слоем. Потому что он, типа, ну вот, это же, типа, второй слой у иконков и у иконок прозрачный. Вот, сейчас поменяем фон красный. Вот. А дело в том, вот в эти вот белых, это у них второй слой такой. Надо его тут заменять тоже. Чтобы еще нужно не ошибиться. Еще самое главное, чтобы не ошибиться. Что тут очень много похожих, они как бы белые. Поэтому проблема, что можно перепутать.
И вот, собственно, вот так вот их можно заменять. Это самое сложное при замене. Сейчас я покажу, как убрать, как вставить эти иконки. Assets. Ну и вот тут вот можно заменять, тут можно взять, но в кондитере обычном можно взять полностью все из этих файлов, ну вот в этом. На при замене нужно HD выбирать, может просто без HD это ловгра. Нафиг, а вы этим не пользуетесь, потому что у вас по стандарту и так стоит нормал. Только при помощи чита можно изменить. Ну и вот так вот, собственно, тут нажимать на... Вот рисунок. Ой, а, нет, так стоп. Пиксель лаб, где-где? Вот. Ну и тут можно все вставить. Аудио. Тут также можно в аудио сделать. Только это не во всех аудио, но в уровне, которая музыка, ее можно заменять, это точно. А что-то тут нельзя заменять, потому что там будет при замене ничего не слышно. Ну и вот так вот еще можно заменить название. Это вроде как общее редактирование, да, вот так вот. Иконка приложения, там заходите, 100 на 100 можно выбирать, 100 на 100. И вот тут название менять. Вот. Все. Вот и мы закончили с гайдом.